Всем привет, дорогие мои, с вами Конова Аня, и это наш второй обзор заказа в Абхазию. Я заказала 4 коробочки, это будет первая коробочка второго заказа в Абхазии. В общем, таким образом, смотрите, какое у нас предисловие. Вкратце говоря, нам тут очень понравилось, и мы прокупили номер еще на 26 дней. Из-за того, что мы номер прокупили, нам пришлось еще что-то заказывать, потом мы подумали о том, что свекровь тоже хочет, и еще у меня захотела подруга, и так далее, и так далее. И так получилось, что нас тут теперь 6 человек. И вот мы заказали 4 коробочки на 6 человек. Будет и рыльно-мыльное, и все. Но вот это первая, самая первая часть. Во-первых, что мне очень сильно не понравилось в Абхазии, все идеально, все классно, дешево, сердито, куча столовок, отель прямо на берегу моря. Но тут невозможно, нереально найти маникюр. Вот в Гагре, мы отдыхаем в Гагре, отель Софья, Ардзинба 82, по-моему, адрес. Да, Ардзинба точно улица. И везде записывают и говорят, через 15 дней, через 20 дней. Ну, меня такой расклад, к сожалению, не устраивает, потому что мы уже улетим домой. Зачем мне делать маникюр перед самолетом, когда у меня в Кирове есть мой любимый дорогой мастер, который всегда мне сделает маникюр. Поэтому я тут решила заказать те лаки, которые мне давно знакомы, которые я знаю, сколько, не знаю, я их крашу, на сколько дней хватит. Но вот первый лак у меня получился. Ну, у меня до этого был укрепляющий гель просто из аптеки тут, из абхазской аптеки. Тоже нормальный гель, все хорошо. Смотрите, значит, вот этот первым делом, что я сделала, это я сняла тот гель. А для снятия всех видов лака он идет. Артикул 14Т9, 100 мл. Ну, конечно, он не так сильно пахучий, но пахнет. Идет с германской формулой. И что самое интересное, что он... Действительно, все очень быстро, хорошо у меня убрал предыдущий лак. Как он будет стирать лак с блесками, вот с этими, вот я, если честно, не подскажу, пока не знаю. Но пока мне вот эта вот база очень понравилась для снятия лака. Универсальное средство для снятия всех видов лака написано. Мне понравилось. Далее я нанесла первый слой. Сейчас вы его увидите, вот этого вот лака. Артикул 7874. Блесточки оказались слишком редкими, и мне показалось маловато. Захотелось, ну как-то плосковато, маловато, и мне захотелось еще. Я просто спилила покрытие от мастера и просто, получается, покрыла вот этим лаком. Ну, вроде бы так нормально, но мне показалось очень уж пусто, и я покрыла еще вот этим лаком второй слой, и вот в два слоя получилось, конечно, куда симпатичнее. Вот вы не находите, действительно, симпатичнее стало. Вот, в принципе, значит, артикул 7870. Первый слой вот этот, второй слой вот этот. Ну, прикольно вышло. Мне кажется, отличное сочетание, потому что и у того редкие вот эти вот крупные блесточки, и у этого редкие. А вместе слой на слой вроде бы ничего. Ну, как раз, знаете, для отпуска, для отдыха, как раз такой праздничный маникюр. Я приеду и переделаю уже у мастера. Наверное, захочу какой-нибудь нюд. Далее, у меня сломалось мое любимое зеркало. Очень жаль, поэтому я взяла себе вот такое вот зеркало. Забыла, что оно без батареек. Сейчас пойдем поищем батарейки. Зеркало крутое. А я его уже показывала не раз в обзорах. Артикул 910-333, поэтому долго на нем останавливаться не буду. Вот смотрите, так вот оно открывается. Почему я вам показываю вместе с коробочкой? Потому что оно как раз таки идет. Так, артикул 910-333. Оно как раз таки идет, во-первых, в пупырке. Хорошо, мы не будем коробочку выкидывать, чтобы его с собой забрать. Во-вторых, тут идет защитная пленочка. И в-третьих, где-то должно быть зеркало. А, вот оно выпало. Я-то растерялась, думаю, что ж такое. Вот эта вот малышка на присосочках, которая идет трехкратное увеличение. Так, вот вторая присосочка. Ну, тут они легко просто достаются. Из-за этого она там в пупырке осталась. Можно, по идее, присосать к зеркалу, пользоваться. Можно как самостоятельно пользоваться. И вот такое вот большое зеркало, которое включается. Сейчас оно мутное, потому что оно идет на пленочке. Когда пленочку снимаете, ну, обычное классное зеркало. Дальше включается-выключается. Тут идут батарейки снизу, сверху по две штучки. Нормально подсвечивают, но не сильно. Я не могу сказать, что он не особо хорошо помогает, но то, что оно идет на подставке, тут почему-то в Абхазии очень мало в номерах зеркал вообще. Одно зеркало в ванной, и то одну вот примерно где-то по грудь. Одно зеркало в ванной и, в принципе, зеркало, встроенное в шкаф в прихожей. И все, и больше нету. А у меня есть столик, на котором стоят куча баночек, скляночек, кремчиков, кисточек для макияжа, тенюшек, все такое прочее. Конечно, хочется зеркало туда, чтобы сидя там сделать макияж, накраситься. Поэтому я с превеликим удовольствием заказала себе новое зеркало. То уже, можно сказать, пойдет в утиль, потому что я его, ну, круто сломала, там уже не уделать. Так, вот хочется показать чек. Чек огромный, чек большой.
Я знаю, что меня люди ругают, то, что я цены не называю, но, ребят, пока я тут во всем разберусь, уж извините, это по одному чеку надо делать, грубо говоря, отдельное видео. Да, вот действительно отдельное видео. Вот были, видите, недовложения. Мне маску бальзам для кожи головы не доложили, активатор густоты волос. Вот потом крем для век. Ну, это все вычлось, конечно, баллы убавились. Но у меня этот заказ на большое количество баллов. Не помню точно на какое. Ну, вот таким вот образом. И в конце, ну, вот в конце сумма 38 тысяч баллов. Наверное, вот это баллы. 409, наверное, баллов. Или сколько тут? 109. Нет, 109, наверное, мало. Наверное, 400. Обрезано, к сожалению, не могу посмотреть. Ну и побежали, что я заказала в первой коробке. Так, еще хочется сказать, что как-то вот мне не очень уютно отчитываться перед некоторыми из подписчиков. Слава богу, их мало. Сколько раз я хожу в душ, провожу гигиены, там, голову мою, интимную гигиену воспроизвожу. Сколько раз будет мыться, например, моя свекровь. Сколько раз будет мыться мой муж. Почему так много и так далее. Мне, если бы не нужно было, я бы это не заказала. Понимаете? Зачем заказывать, если не нужно? Вот у меня один к вам такой вопрос. Поэтому давайте мы с вами эти обсуждения отбросим уже в сторону. И просто я вам покажу то, что мне нравится. То, чем я пользуюсь на постоянной основе. Так как я это заказала на отдых, значит, я уже это пробовала. Значит, оно мне нравится. Так, во-первых, гель для душа Мексика. Сладкий, насыщенный, нежный морской аромат. Артикул 17-18, 250. Ну, такой, знаете, сладкий морской бриз. Очень-очень приятный, классный. Нравится мне всегда. Он идет унисекс. Им могут пользоваться все, кто захочет. Далее, мужу. Вот такой вот шампунь-гель для душа. Он им голову не моет. Он моет голову только своим No Snow. Наверное, в следующем видео я его вам покажу. В этой коробке его нету. Этот шампунь-гель для душа идет 400 мл. Артикул у него 13-12. У него обалденный, классный аромат. Мне очень-очень нравится. Если показать консистенцию, то вот он такой вот густой и прозрачный. Хватает его действительно надолго. Будем надеяться, что ему его хватит. Но так как мы купаемся утром, вышли в море, покупались, вечером покупались, но соль в себя все равно два раза в день мы смываем. Дальше. Чувствую, что хочется увлажнения, поэтому заказала себе гель-трансформер для лица с артикулом 0875. Люблю, ценю, обожаю его. Обычно я его наношу только перед макияжем, потому что он очень хорошо работает. В плане того, как вот не выравнивающий, смотрите, сейчас поедет и будет водичка. То есть он из этого и называется трансформер, что он превращается в водичку и очень хорошо увлажняет кожу. Просто суперски ее увлажняет, быстро впитывается, не скатывается, макияж лежит хорошо, отлично. И все такое прочее. Но тут я его взяла именно для того, что он, во-первых, идет с невесомой текстурой. Если я с утра делаю обычную уходовую процедуру, вы знаете, что я заказала Bloom 45+, потому что у меня тут кожа подпортилась, конечно, на солнце с непривычки, то получается, когда я после купания, уже после обеда, после купания, иду в душ, моюсь, умываюсь, смываю себя соль, блин, мне опять что-то хочется нанести. И вот это я взяла специально для того, чтобы нанести что-то на зону декольте, на шею, на лицо. Потому что до ночного ухода долго, а лицо после моря у меня ругается, тянет. Аромат у него очень приятный. Консистенция легкая. Кожа вот уже она абсолютно сухая. И я уже могу SPF-очкой побаловаться, SPF-очкой нанести на лицо и пойти гулять в обед. В обед мы стараемся не купаться, дабы не сгореть. Я не сторонник загара. Очень часто меня спрашивают: Таня, ну ты даже не загорела, как ты так ездила на отдых. Не люблю загорать, и мой врач мне не советует загорать. Что еще хочется про него сказать? Он содержит витамин В3 и муцин улитки. Все это ускоряет восстановление клеток, очень глубоко увлажняет, питает, смягчает, способствует борьбе с шелушениями и покраснением. В3 легко проникает в клетки кожи, восстанавливает ее защитную функцию, повышает эластичность, борется с пигментацией и следами от акне. В общем-то, мне все это надо. Вот прям все надо. Идет он 50 мл, 0,875. Я его очень давно люблю. За вкус, цвет, консистенцию, запах, аромат, действие, за удобство. Я очень люблю удобные продукты. Прям его обожаю. Далее, Балим. Это гель для душа еще один. Артикул 17-15. У него идет такой, по-моему, кисленький. Да, такой кисло-сладко-горьковатый, что-то немножечко грейпфрутиком. Очень тоже приятный ароматик, безумно мне понравился. Артикул 17-15, 250 мл, хорошо пенится, все нормально, все идеально, все прям хорошо и здорово. Ничего не могу про него сказать, ни хорошего, ни плохого. Обычный классный гель для душа. Так, Бонжорни Айсланд.
Ой, какой кисленький, свеженький, приятненький. Прям забыла, как вот Исландия называется. Ну, действительно, да, какой-то холодок чувствуется. Ну, приятненький, да, приятненький. Далее, конечно же, стевия. Ну, аннотация про стевию, это просто вот, я не знаю, это кладезь всякого разного прикольного, суперского. Во-первых, она полезная, вот это растение стевия, она полезная. Во-вторых, это сахарзам. Все-таки со своим весом я стараюсь себя урезать. Я стараюсь себя урезать, где возможно. И вы знаете, я вам хочу сказать, что мне это помогает. Вот если я с утра, например, ну захотелось мне, ну не могу я чего-то, я калорийное скушала, ну, например, там, не знаю, сырники со сметаной, да, или там, не знаю, блинчики со сметаной, я понимаю, что ужин у меня уже будет коктейль wellness. И я рада тому, что я еще с помощью вот этой стевии могу сбавить сахар. Во-первых, он очень вредный. Я могу сбавить количество сахара потребляемого. Но нет, например, в сырниках покупных, мы кушаем в кафешке, все равно там есть сахар. Никто индивидуально, конечно, искать того, кто нам будет тут индивидуально готовить, ну на кой вообще это делать? Время только потратим. Вот, и поэтому стевия, артикул 156-77, одна штучка отправляется маме, и две штучки я оставляю себе, потому что я кофеманка. Чай я пью вообще без всего, без сахара, а вот кофе я кофеманка и люблю пить много кофе, поэтому вот. Дальше кофе, три номера, то есть 6 человек, 4 баночки взяла. Взяла 4 баночки, мы сначала думали, что это много, решали мы этот вопрос с мужем, сколько брать, он сказал, бери 2. Я говорю, ну нам на 14 дней не хватило банки кофе. Мы сначала, когда продлили отпуск в Абхазии, он у нас был 14 дней. То есть 17 дней мы отдыхали в Сочи и 14 дней, ну, можно сказать, 15 дней, мы еще взяли отпуск в Абхазии. Из-за того, что мы взяли отпуск в Абхазии, у нас, получается, вот мы взяли дополнительно до заказ, там, гели для душа, кремчиков для лица и так далее. Что хочется сказать, банки кофе нам не хватило, потому что я пью, ну, все пьют, ну, что там банка кофе. Вот, поэтому в этот раз на 6 человек, вообще-то на 5, Викуська у нас кофе не пьет, что ж я тут заказываю. Начала. Да, я взяла 4 баночки. Да не знаю, если будет лишнее, ну, бог с ним, увезем домой, ничего страшного. Артикул 16.049. Кофе натуральный, растворимый, сублимированный с добавлением натурального жареного молотого кофе день. У него есть такой осадочек, вы его заливаете кипяточком, и у него вот такой очень приятный вкус. Люблю именно добрый день. И еще тут идет эффект мягкая, легкая бодрость, потому что тут, благодаря уникальному балансу кофеина и других веществ, составе зерна, идет мягкая, легкая бодрость, а не то, что вам там вы на ночь попили, уснуть не можете. Вот этот кофе можно даже после обеда попить, и вы спокойно ночью уснете. Артикул 16.049. Так, а сколько тут же грамм-то? А, вот, 95 грамм получается. Вот, поэтому у нас идет 4 баночки. Дальше у нас идет травяной сбор иммунити. Ну, что могу сказать, мы тут все немножечко поболели, у мужа даже была температура, ну, никто не кашлял, не чихал, немножко по-другому поболели. Тут, наверное, какая-то в море, может быть, инфекция была или еще что-то, но мы выпили весь иммунити, весь противовоспалительный травяной сбор, поэтому и сейчас мы иммунити допиваем, поэтому я еще заказала. Тут 21 фильтр пакетик, 1,5 грамма каждый, и у иммунити идет артикул 157-70. Ну, тут очень хороший спектр, попытаюсь вам сфокусировать. Тут и противогрибковые, и противовоспалительные, и противоспазмолитические и так далее. Вот, мы в Викуске завариваем слабенький такой чаечек, и на ночь она у нас его выпивает. Ну, как на ночь, за час до сна выпивает, и, в принципе, нормально. Вот ей как раз одну пачечку мы взяли, сами вот допиваем тот, который я заказала еще на первую Абхазию. Далее, с артикулом 157-50, это противовоспалительный травяной сбор. Если мы чувствуем, что у кого-то есть какое-то недомогание, мы не ждем, разболеемся, не разболеемся, неважно, Викуся, я, муж, свекровь, мы сразу завариваем за листья оливы и трава и лист перечной мяты. Кстати, очень вкусный такой чаек, даже просто так его попить приятненько, очень даже приятненько. Тоже 21 фильтр пакетик. Пакетики тут, знаете, они все одинаковые, ну, по цветам, по вкусу, цвету, запаху отличаются, конечно, но они идут такие вот простенькие, видите, как аптечные. Вот, ой, сразу такой приятный аромат. Я обожаю, обожаю травяные чаи, поэтому мне очень нравятся вот именно эти вот наши чаи. Я чувствую, что они очень даже качественные. Далее, концентрированный гель для стирки детского белья с артикулом 115-15. Ну, понятно, мы Викуськино белье отдельно не стираем, мы его стираем со своим, но заказали вот парочку таких вот гельчиков 115-15. Они идут по 500 мл оба. Нравится то, что 0+. Очень нравится. Говорят, что скоро выйдет новая линейка. Не знаю, в дом Фаберлик они будут какие-то средства для стирки 0+ добавлять. Но пока есть вот только вот это. Средство для стирочки детское. Гельчик, кстати, очень такой, знаете, густой, хороший. Я не могу сказать, что он не экономичный. Вот, да, видите.
хорошенький такой. И запах, ну, вы знаете, где-то далеко стоит какой-то там букетик цветов. Очень далеко. Еле уловимый аромат, в общем. Мне нравится вот именно этот 0+. Так, дальше куда мы поедем? А, это я себе заказала кислородную пенящуюся маску для всех типов кожи. Она идет с мгновенным эффектом устранения следов усталости, излишнего блеска, очищения кожи. Идеально перед большим мероприятием или нанесением макияжа. Она пузырится, вспенивается. Ну, я ее вам уже на YouTube снимала. Мне понравилось. Прямо, знаете, вот, во-первых, она и кислородом насыщает, и тонизирует, и идет такое вот у нее очищение, очень классное идет очищение. Все, боюсь, что лак еще не высох. Мне прям сегодня вот оно пришло. Я прям сегодня снимаю. Вот такая вот масочка. У нее есть, конечно, небольшой недостаток. Конец вот тут вот остается много. И я это дело уже вот так переворачиваю, под конец ставлю. И просто раскручиваю и достаю таким образом. Ну, по-другому, к сожалению, никак. Так, продукт новый, поэтому надо будет подольше понанажимать. Вот она такая. Вы ее сначала наносите, вроде бы как обычно, а потом она начинает пениться, и ваша кожа потом говорит спасибо. Ну, сейчас посмотрим в ходе ролика, как она будет пениться. Так, дальше, конечно же, детский крем для мамы и малыша с депантенолом, как без него. Крем классный, клевый. Так, вот такой вот кремушка, видите, обычный, не густой, ничего. Аромат у него не как у аптечного, знаете, крема, вот видите, запузырилась. Вот она таким образом пузырится. Можно потольше нанести, как вам хочется. Дальше. Конечно же, мои любимые патчи совсем кончились. Не могу без них. Артикул 0946. Это моя любовь. Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. 60 штук. Они идут с икрой, с пептидами и с гидролизированным коллагеном. Обожаю эти патчи. Ну, 100 раз открывала, поэтому не буду нудной. Далее. Как мы прикалываемся в семье, памперсы. Артикул 112-89. 10 штук. Скорее всего, уже не пригодятся. Ну, оно много не весит. На всякий случай. Следующее, это у нас идет сыворотка для лица с артикулом 13-08. Честно скажу, сыворотка классная, мне очень нравится. Я ее заказываю редко, потому что все какие-то новинки, новинки, новинки. И не успеваешь повторно израсходовать то, что хочется. Но вот эту сыворотку не могу не заказать. Прям нравится. Вкус, цвет, запах бьющий в нос. Вот этот вот шикарный ароматик. Даже не сильно она в нос бьет. Так, что же делает эта красотка? Она у нас с вами идет под крем. Ее можно наносить как самостоятельное средство. Она улучшает клеточное дыхание, активизирует обменные процессы в клетках кожи и стимулирует локальную микроциркуляцию. Также выравнивает кожу. Ну, в общем, делает много всего хорошего антивозрастного. Вот, сыворотка для лица BioGlow. Так, дальше идет. Так, мусс-крем для умывания с артикулом 1240. Как-то он мне понравился. И, вы знаете, вот эта биомика, она идет для нежной, для чувствительной кожи. Для кожи, которая вот уже, например, как моя, успела и подгореть, и поджариться, и так далее. Идет 150 мл. Так, давайте его откроем. Так, вот это будет... Ага. Его еще так просто не открыть. Так, давайте его откроем. Значит, это будет открытая моя. И посмотрим его консистенцию. Вот такой вот кремчик, видите. И им хорошо ухаживать. У меня кожа очень чувствительная, поэтому я прям люблю такое что-то. Так, запах нежный, легкий, еле-еле уловимый. Практически его нету, поэтому кого вот раздражает запах, тут вот прям все идеально. Для меня лично тоже все идеально. Вот такой вот мусс. Нежный, легкий и классный. Далее у нас с вами идет масочка питания укрепления для всех типов волос, репейник и крапива. Маска, чем мне она нравится, она легкая, она крутая, она очень хороша для натуральных, некрашенных волос, очень хорошенькая, и для моих окрашенных тоже ничего, очень густая, как вы видите, она даже не потечет, ну, я не знаю, если так на день оставить, может быть, что-то изменится, но она вот, видите, такая прям густая, хорошо смывается, не течет, хорошо держится на голове. Аромат тоже у нее такой, знаете, каким-то клевером, лугом пахнет, что-то такое вот приятненькое. Мне нравится, мне нравится. Мы еще не распределили, кто чем будет пользоваться, но в пустых баночках я уже расскажу, кто чем будет пользоваться. Вот, далее, значит, маска-бальзам для кожи головы и волос, активатор густоты волос идет. Это я заказала себе любимой, 100 мл, артикул 1736. На всякий случай проделаю этот бальзамчик для себя, потому что, ну, лучше перебдеть, чем не добдеть. Нравится. Нравится, он пробуждает волосяные фолликулы и продлевает фазу активного роста волос. Действительно классно.
Дальше пошлите по витаминкам. Омега-369, это Викуси. У нас случилась такая проблема или задача, которую нужно было решить. Я заказала с глицином омегу, посоветовалась со своим врачом, и она сказала, что глицин это очень полезно для детей, очень полезно, что она даже на Вайлдберриз отдельно глицин заказала себе и своим детям. А тут получилась такая ситуация, что омега-форта ей крепковато, вот, а омегу она очень сильно любит, и она воет, орет и топает. И когда я ей заказала омегу-3 с глицином, они такие идут детские, такие розовые у них там капсулки, и она ее не особо охотно кушает, она все время просит вот эту. А этой нельзя, например, две штуки дать, как этой. И она начинает орать, топать ногами туда-сюда, там издеватели, ну там, да, вот это все. Ну, она с ней обзывает, она мне вообще не говорит, но я это так ее... Поэтому вот эта 369, более слабенькая, я заказала Викуси с артикулом 157-22. Раз уж ей надо эту омегу, то мы, конечно, ей даем, она ее очень неохотно кушает, прямо очень неохотно. Она для нее что-то типа лекарства, хотя она вкусненькая, приятненькая. Между прочим, она вкусненькая и приятненькая, я ее пробовала. И пахнет она какими-то малинкой или какими-то ягодками, очень прикольно. Но вот ей надо именно вот эту. Поэтому 15-722 уйдет Викуси в номер. А вот еще 369, 15-722 еще одна. А вот это вот омега-3 форте, мы ее заказали именно для себя. Это уже идет у нас, получается, чистая омега, не 369, а просто омега-3 и форте. Форте это увеличенная 60%, да, увеличенная дозировка. Артикул 157-79. Это мы будем пить сами. То есть она идет так вот запакована. И там идет сколько-то, 60 капсул. Да, 60 капсул, вот они такие же обычные, слегка чуть больше, чем омега-369. Это нам самим. Далее живица обязательно. Почему одна, я не поняла. Я, по-моему, заказывала больше. Тут идет 90 капсул. Ну, кедровая живица, сами знаете. Мы с утра пьем по 5 штучек. Вике даем 3, сами пьем по 5, потому что чужое место, кафешки, рестораны. Мало ли что. Артикул 157-28. Тут идет масло кедровая живица, комплексы хлорофинов и куркумин. Ну, в общем, полезная очень штучка, обязательно заказывайте, обязательно пейте, потому что сами понимаете, что это такое, и она стоит абсолютно недорого, по-моему, 300 с чем-то рублей, 90 капсулок. Дальше закончился у нас крем с аргинином, с сабельником мы отдали нашему рубиновому директору Ирине Тихоновой, мы тут отдыхали вместе с ней, она тоже за свой счет привезла всю свою семью, огромная молодец, зарабатывает, маму, брата балует, всех балует. Что хочется сказать, классная штука, у меня тут заболела коленка из-за экскурсии, я начала мазать, 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 все прошло. С сабельником, к сожалению, так и не воспользовалась, отдала Ирининому мужу Николаю, потому что ему стреляло под лопатку. Он сказал, великолепно прошло, но, говорит, запах невозможно, нечем было дышать. Я говорю, да, такой он и есть. Я вам говорила, наносите на балконе, минут 5 хотя бы на балконе посидите. Ну, вот он прям вонючка. Вот. А вот этот универсальный с аргинином, он от всего. Сгорели, укус, застреляло в спину, коленка. На лицо можно нанести, если есть какое-то раздражение, там, ожоги какие-то, еще что-то. Он от всего. Артикул 12.79. Классная штука. Содержит, значит, биоактивную формулу именно аргинина и комплекс натуральных экстрактов. Тут идет экстракт имбиря, каштана, донника, листьев подорожника, которые восстанавливают и улучшают защитную реакцию кожи. Вот такая штука классная. То есть он идет с мятным ароматом. Артикул 12.79. Такой вот тюбик. Мятный, очень такой приятный, легкий аромат. И, в принципе, он всегда и дома, и во всех поездках. В первую очередь мы берем с собой аргинин. Даже туда, где я забыла крем для лица, я могу нанести вот эту вот мазь с аргинином на лицо. И вполне она сходит как за крем. Нравится, очень нравится. Особенно в дни, когда бывают воспаления, особые женские дни месяца. Дальше. Заказала я увлажняющий липолосьон для тела. Он идет 150 мл. Артикул 0582. Чем он мне понравился? Практически нет аромата. Хотя аромат я люблю, вот это мне как раз не нравится. Он, ну как по нотации тут написано, он восстанавливает целостность кожного барьера, нормализует гидролипидный баланс кожи, увлажняет, питает, смягчает кожу, балансирует микробиом кожи. Отличный крем, суперский крем. Чем он мне понравился? Тем, что хватает его, конечно, не так надолго, как ля крем, но он мне понравился тем, что он хорошо впитывается, он очень быстро впитывается, и вы знаете, проблем с ним нету мгновенно. То есть я его сижу, втираю, втираю, раз, исчез, грубо говоря. Он, видите, идет как маська такая очень интересная. И вот этим он мне очень сильно подошел, что я на ночь сходила в душ, быстренько его нанесла, и ни на простынях, ни на чем он не остался. Ля же крем для меня не такой, получается, удобный.
меня сейчас вот такой в руке, да, ля-крем. Он, конечно, питает здорово, у него аромат прикольный. Ну, вот тут написано кокосик, но я какой-то шоколад чувствую, да, вот 83,96 именно. Мы еще его не начали, ну, практически не начали, тут один раз им всего воспользовались. Вот что про него скажу, яркий, классный, суперский аромат, наносится хорошо, скользит по коже, но вот остается, если перебрали с ним, то остается на коже, и вот это не очень приятно. Тут же, сколько ни наносите, он до конца впитывается и не остается никакой вот жирной пленочки на теле. Поэтому, конечно, я вот этот дорасходую, и вот этот нужно наносить за час до сна, а этот можно сразу. И, конечно, этот мне удобнее, и поэтому я выбрала его. Вот, его я выбрала 1, 2, 3, 4, 5 штучек. 5 штучек. Ну, у нас тут много, будем делить. Дальше. Себе, свекрови и так далее. Восстанавливающий активный спрей Oxyology. Это уже, не знаю, такой старый спрей, ему уже столько лет. Ну, не в смысле, ну, давно уже начал выпускаться. У меня он как бы свеженький, да, вот такой вот спрейчик, который можно наносить на макияж, под макияж, на маску, когда делаете, например, глиняную маску или чтобы усилить действие маски и так далее. Он идет, по идее, как восстанавливающий активный спрей, идеальное средство для мгновенного увлажнения и защиты молодости кожи, обладает охлаждающим эффектом, легким, очень легким, но приятным, очень приятным, повышает тонус кожи, освежает лицо, устраняет следы усталости. И самое классное, что тут в составе идет инновация лаборатории Faberlic, технология 4D Target, в основе которой кислородные дроны обеспечивают таргетированное воздействие на клетки кожи. Вот это очень приятно. И он действительно кожу отлично восстанавливает, освежает, даже дает как-то вот проснуться, еще что-то. Очень часто, когда мы гуляем, он у нас просто вот в отпуске лежит в сумочке. Есть еще, конечно, наноспрей. В этот наноспрей вы наливаете, там чуть-чуть он вот помогает глубже еще проникнуть, но нам этого хватает. Прям хватает. Вот. Ой, слушайте, как прекрасно с видом на море снимать обзор. Обожаю. Так, дальше дизик. Пошел дизик от запаха, 48 часов, взяла с персиком, артикул 0509, тот закончился, и на складе его чего-то не было, поэтому я заказала вот этот дизик. Ну, нас много, поэтому кое-кому я заказала. Так, нет, он должен крутиться такой, он немножечко такой, вот видите, белесенький, высыхает и не оставляет следов на моей одежде лично. Нисколько. Ну, запах у него тоже не броский, какой-то такой молочный персик, я бы так сказала. Нравится очень надежно вот это вот ля-крем, линейка для меня лично, она очень-очень надежная. А вот тот самый шампунь с перитионом цинка, зеленый чай, контроль над жирностью. Это шампунь моего мужа, 1303 артикул. Заказали ему один, потому что у него волос много, вот он такой густущий, видите, еле-еле-еле течет. Такой вот он густой запах, тоже нежный, легкий, ну, можно сказать, никакой. Далее. Была распродажа, конечно, другого геля. Я его где-то заказала, но он, наверное, в тех коробочках остался. Я взяла вот этот вот гельчик. Очень нравится, как он ухаживает за ручками. Ручки реально даже как будто и помолодее стали. Артикул у него 1702. Он идет как антибактериальный гель для рук для эффективного очищения и дезинфекции рук. Перед каждым применением пищи я, мой ребенок, муж, ну и все, кто с нами, обязательно носят его в сумочке и в кафе применяют. Потому что там, где большое скопление людей, чтобы отпуск самим себе не портить, ничего не подцепить, не подхватить, мы всегда пользуемся вот таким вот бальзамом от Бесси. Он мне нравится больше, чем бальзам от Faberlic. Идет 30 мл. И что мне нравится, он не так сильно пахнет. Он очень нежный, легкий, суперский. Вот он такой вот прозрачный. Действительно густой гель. У него есть недостаток. Если он валяется в сумочке таким образом, то его надо как градусник вниз встряхнуть, когда он заканчивается, чтобы вот эта вот трубочка от дозатора могла захватить со дна вот этот вот антисептик. Достала, тряхнула и все. И потом уже пользуемся. А так думают, что заканчивается. Свекровь мне тогда выкинула чуть не половину. Я ей говорю: мама, ты очень не права. Вот когда вы его наносите впервые на руки, чувствуется сначала склизкость, потом он слегка немножечко, ну, может быть, даже минуту может липнуть, а потом пропадает. И остаются такие, знаете, мягкие, классные, ухоженные ручки, пальчики. Все очень-очень приятно. Я тут недавно подпиливала ногти, из-за того, что они очень сильно выросли, прямо сильно-сильно были длиннющие. Я их подпиливала и обработала до и после именно вот этим ухаживающим средством. Никакого раздражения, ничего не было. Хотя пилила я долго, у меня бывает такое. Далее, крем для век. Крем для век с артикулом 1247. Я его очень люблю, давно его не наносила. Он очень интересный. Первый раз, я помню, когда я его заказала, я вообще еле-еле разобралась с дозатором. Почему? Потому что он
действительно прикольный, смешной такой вот, да, видите? Вот, и вот когда вы вот таким образом нажимаете, вот тут вот выходит дырочка, ой, тут вот выходит, и сразу же можно на ветки таким образом наносить. Нанесли, разнесли, он легкий, он классный, он идет специально для того, чтобы веки подтягивать, то есть это крем для век, когда кожа теряет упругость, вот его нужно использовать. Он увлажняет, выраженные действия против провисания верхнего века у него идет, и служит альтернативой прям блефаропластике. Когда он появился, я его, не знаю, наверное, штук 6 израсходовал, мне действительно понравилось. Действительно понравилось. И вот я сейчас его как тяжелую артиллерию заказала еще раз. Также он уменьшает темные круги, припухлости под глазами. К сожалению, у меня этого нет, я не знаю. Не могу ничего сказать, а врать не люблю. Дальше повторно заказала вот такую маску, я ее брала с собой в Сочи, но там она у нас с Катюшей закончилась, артикул 0467, вот знаю, что целую не израсходую, но что поделать, все равно заказала. Далее сыворотки, у меня к ним, знаете, вот есть претензия, что они быстро заканчиваются, почему-то у меня вообще мгновенно, потому что большое декольте, большая шея, я не жалею, лью и быстро заканчиваются, но действия у них, конечно, обалденные, хотя объем у них стандартный, 15 мл, артикул 0165, они были по распродаже, поэтому я заказала. Значит, вот это аквалифтинг двоечка идет как эликсир для борьбы с обезвоженностью, стянутостью кожи и с морщинами. А вот этот варио, получается, четверочка, антистресс уже называется, он идет улучшение внешнего вида, повышение иммунитета, борьба тоже с усталостью кожи. Тоже как бы два эликсирчика. Единственное, что вот у этого варио иногда, вот именно у антистресса, иногда бывает, что вот тут, он, видите, немножечко другой, не маслянистый, вот тут бывает перекрытие. Иногда приходится долго-долго нажимать, чтобы вот это вышло, а потом уже вы пипет нормально пользуетесь, вот почти у каждого вот так, а потом уже набираете и пользуетесь, потом уже все хорошо. И вот это в каждом тюбике вот такая вот демагогия получается, но я думаю, ничего страшного, это ерунда. Вот, я так понимаю, не совсем продумано. Ну и последнее, что у меня осталось, это аромабальзам. Не буду 100 раз про него рассказывать, скажу только артикул 1701. Крутая штука. Прям это бальзам первая помощь. Он идет 99% натуральных ингредиентов. BSC, вот когда к нам присоединилась, он навсегда в нашей аптечке. Тут такая обширная аннотация, поэтому вы можете поставить прямо на паузу. Я вижу, что хорошо видно, и почитать. Это просто кладезь всего-всего. Рекомендую. Дальше. Зубная щетка свекрови. Артикул 113-15. Концентрат для чувствительной кожи. Тоже очень его люблю. И тоже новое открытие. Если нанести бальзам на лицо, который наш идет кислородный, то потом поверху концентрат для чувствительной кожи, вот я обычно это могу сделать днем, когда подгорело, вы знаете, буквально за час-полтора уходит вся краснота, все уходит. Поэтому, конечно, я этот концентрат заказала. И он, кстати, большой идет, пусть концентрат, но 30 мл. Артикул 0585. Аннотация у него тоже крутая. Он увлажняет, предотвращает потерю влаги, устраняет ощущение стянутости, возвращает чувство комфорта, восстанавливает кожный барьер, снижает чувствительность кожи к внешним раздражителям, обладает П-витаминной активностью. Вот такая вот красота. Смягчает еще роговой слой, способствует удалению отмерших клеток. Ну, я думаю, это тоже важно. Вот. Классная штучка. Рекомендую. И последнее самое, это наши с вами новинки. Масочка матча. Понравилась, заказала еще. Очень понравилась. Артикул 0071. И второе идет с артикулом 0075. Антиоксидантная маска для лица Коэнзим Q10. Тоже прикольно. Она идет как защита, а это идет как свежесть. Да? Ну, тут подписано вкратце, для чего они. Это обычные тканевые маски, которые нужно держать 10-15 минут. Остатки средства удалите с помощью ватного диска. Полосните лицо водой. То есть их нужно смывать. С утра их лучше делать, ополаскиваться, а потом, ну, макияж, не макияж, солнцезащитка, не солнцезащитка, кто где, кто в каких условиях. Ну что ж, это была моя первая коробочка. С вами была Коннова Аня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Мне будет очень-очень приятно.